И снова здравствуйте, всем привет. Итак, надыбал я, значит, дракона. Всегда хотел, значит, попробовать его сделать риг. Давайте посмотрим, что получится. Ну, вот такой прикольный дракон с скетчфаба. Ну, вот, погнали, значит. Так, отключу, значит, ему текстурки. Тройка на нампаде. Так, что сделаем? Выберем полностью дракона и давайте его чуть-чуть лапами, значит, на пивот оттащим. Так, теперь привяжем его с этой Origin 3D курсору. Так, Shift A, арматура, Single Bone, опять же, N-панель, Screen Cascade для видимости того, что буду нажимать. Так, ставим Viaport Display in Front. Так, заходим в Edit Mode. Тройка на нампаде, значит, выбираем нашу косточку, можно вверх, можно мов включить, уменьшаем. Так, и теперь, значит, R, перекручиваем ее, G поднимаем и найдем, значит, где у него будет таз. Так, вот здесь где ляхи, так, таз у него, наверное, будет подальше, вот, от ляхи чуть. Дальше, значит, G опускаем вниз косточку. Хвост шикарный. Модель шикарная. Так, теперь, значит, сабдивайдим. 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 Все это дело. Можно еще побольше костей. И опустить это все дело, значит, пониже. Так, чуть-чуть, значит, R перекрутить. И подогнать под наш хвост. Так, верхнюю косточку G чуть-чуть, значит, поднаправим, подсогнем. Остальные пусть будут вот в таком духе ровно. Так, хвост чуть-чуть у нас, видите, ну как, чуть изогнут, а кости ровно. Ну, так будет лучше изгибаться. Так, теперь, значит, от этой косточки E вытягиваем еще косточку, вытягиваем в позвоночник, значит, в ребра. Тут, где крыло, ставим косточку отдельно. И, значит, давайте сделаем шею. Так, где-то вот сюда, вот до этой шишки доводим. Теперь Е косточку вверх, это будет голова. Е косточку выводим, Alt P, Clear Parent. Это будет у нас челюсть, значит, G. Подставляем на нашу челюсть, выравниваем, где у него будет линия сгиба, чтобы не зацеплять, допустим, ну вот шею. Теперь Shift-D, дубляж делаем наверх, чтобы не изгибалось все это дело. Так, теперь нам понадобится единица на нампаде. С косточки E вытаскиваем косточку. Alt-P. Так, она отсоединена. Семерка на нампаде. Смотрим. R. Перекручиваем. Подставляем G к нашему, значит, вот этому, как его сказать, как вот эта штука называется? Вот эти штукенцы типа рога, да? Ну и погнали. Выводим сюда косточку, потом сюда косточку, сюда. И повторяем линию сгиба нашего вот этого аппарата. Теперь, значит, тройка на нампаде. Тут уже отправляем. И привязываем, значит, вот эти все косточки. Вот эти все косточки привязываем к голове. Через Shift, левая кнопка мыши, Ctrl-P, Keep Offset. Так, ну, вроде бы все находится на своих местах. Так, теперь нам понадобятся лапы, да? Ну, давайте вытащим вот отсюда косточку, это будет Е. Значит, первая штукенция, она цельная, Alt-P, Clear Parent отсоединено. Привяжем ее к тазу, Ctrl-P, Keep Offset. Так, теперь Е. Вытягиваем до щиколотки. Здесь у нас, значит,
G до колена. Так, E до нижней части. Так, E на лапы. Так, здесь можно сделать также, ну, пальцы. Если он будет там что-то топтаться, там еще что-то. Но это потом. Давайте сначала общий рик. Угу. Переводим наши кости на эту сторону. Под большой палец. Все нормально. Так, смотрим, чтобы у нас вот эта нога, значит, была в этом, значит, в меше. G. Выбираем верх кости. G уменьшаем. А лучше пусть она остается. И давайте сейчас ее subdividим. И сделаем маленькую кость еще какую-нибудь. Вот эту вот. И уведем ее в бок. В наш mesh G. Ну пусть хрящ какой-нибудь будет, да? Пригодится. Тогда этот хрящ, а ну-ка, он привязан. Перевязываем Ctrl-P, Keep Offset, видите, привязан. Если сомневаемся, то перевязываем. Так, теперь от нижнего, значит, вот этого части E косточка управления будет. Так, отвязываем ее Alt-P, Clear Parent, потом отключаем деформацию. И вот эту косточку, где пальцы, привязываем через Shift левой кнопкой мыши, Ctrl-P, Keep Offset, значит, косточки управляшки. Так, ну здесь, в принципе, больше нам ничего не понадобится. Нам теперь понадобится семерка на нампаде. Это будет у нас крыло. Значит, единица на нампаде. Выберем какую-нибудь косточку, которая ближе к крылу. Это вот эта нижняя часть. И вытащим Е, значит, кость. Alt-P, Clear Parent, семерка на нампаде. Так, это будет G. Подставляем теперь по форме нашего крыла. Вот так. Так. Единица на нампаде. Так, значит, G выравниваем. Так, семерка на нампаде. Теперь придется нам прогнать верхний вид. Вот так вот. Раз. Два. Три. Так, три косточки. Даем им угол сгиба обязательно. Единица на нампаде. Вы видите, что косточки нужно теперь поправлять. Значит, эта косточка сюда. Эта косточка, где пальцы. Эта косточка на коготь. Так, семерка на нампаде. Есть такое дело. Так, здесь пальцы можно еще вытащить. Вот здесь вот. Вот сюда вот. И потом еще гнуть пальцами, да? Ну давайте, значит, одну, значит, косточку вытаскиваем. E. Alt-P, Clear Parent. Привяжем ее, ну, к дальней, пускай. Ctrl-P, Keep Offset. Так, теперь, значит, тут нужно поймать линию сгиба. E. Вытаскиваем палец, смотрим, чтобы он у нас точно попадал. Так, теперь, наверное, вот так вот сделаем. Это будет маленькая косточка. Это будет косточка, значит, к этой, к этому пальцу. Эта косточка будет к этому пальцу. Ну, как обычно я делал на других персонажах. Так, теперь, что у нас получается? Вот неудобно тут теперь смотреть это, да? G вытягиваем. Смотрим, чтобы все пальцы состыковались. Так, если вам какие-то косточки будут мешать, можно выбрать косточку H, нажать и пока ее отключить. Так, теперь, значит, косточки чуть-чуть, если нужно, опускаем центральную вниз. Так, эту, значит, G подгоняем. Подгоняем, значит, E. Под другим углом смотрим обязательно.
с пальцами это такая штука, значит, хорошо, если они стоят удобно для, значит, для вытягивания, но здесь вот чуть-чуть не очень хорошо, да? Так, и еще раз вот эту косточку обдеваем, и значит это будет уже джин на коготь, он будет поменьше, этот будет побольше. И вот пока я вытягивал, видите, опять же сдвинул, нужно постоянно контролировать пальцы. Вот теперь я их ушел с этой стороны вниз, значит джин подставляем, выбираем, вытягиваем, выравниваем. Неудобно, да, пальцы устроены здесь, но ничего. Не суть вопроса, все это дело сделаем. Так, теперь, опять же, Е вытягиваем косточку. G ее выравниваем, смотрим под разными ракурсами. Обдеваем ее. И обдеваем верхнюю эту косточку, которая будет, значит, у нас отвечать за верхний палец, вот этот, за изгиб. А это будет, опять же, отвечать за другой. Ну, давать им нужно, значит, изгиб для чего? Чтобы кости потом знали, куда им поворачиваться. Так, попробуем другим макаром. Так, другой макар это не очень. Ну и сабдивайдим ее. Так, и первую косточку повторяем сабдивайд. Так. Первую вытягиваем подальше. Так, устанавливаем их, тут выравниваем. Так, в принципе, все, подошло, да? Теперь Alt-H, возвращаем те кости, которые мы скрывали. Теперь от этой семерки на нампаде делаем Е одну косточку, от этой косточки еще косточку. Так, Ctrl-Z, от одной косточки еще вот эту Е. Ну и в принципе все, да? Значит, эту косточку отсоединяем Alt-P Clear Parent, эту Alt-P Clear Parent, но это пускай остается. Так, 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 это есть. Так, вот еще одна косточка сюда уходит. Alt-P Clear Parent. Эту косточку вяжем вот к этой. Ctrl-P Keep Offset. Эту вяжем к этой. Ctrl-P Keep Offset, а эту вяжем к этой. Ctrl-P Keep Offset. Так, теперь что у нас тут? Мы должны поймать вот эти именно, значит, волокна, да? Так, вот здесь вот косточка чуть-чуть задралась, да? Так, ну, вроде бы попали. Эту кость обдеваем. Эту кость subdividим. Так, G. Выставляем ее по нашему вот этому хрящу. Так, ну и вот эту кость тоже давайте от subdividим. Так, эта косточка вроде пойдет. Так, управляющая кость у нас должна быть, по идее, где кисть вот эта, да? Угу. Ну давайте единица на нампаде
Е вытащим. Если что, потом поменяем. Alt-P, clear parent. Так, эту косточку привяжем к этой. Ctrl-P и offset. Тогда вот эту управляющую маленькую, вот эту мелкую, вяжем к этой. А, пардоньте. Так, эту косточку Ctrl-Z вяжем к управляшке. Тогда не получается. Так, Ctrl-Z. Ладно, кисть руки тогда вяжем к этой кости. Потом будем уже настраивать. Угу. Так, теперь нам что понадобится? Семерка на нампаде. Вот от этой косточки вытаскиваем Е одну кость. Alt-P Clear Parent. G. И вот так вот устанавливаем. Так, здесь тоже вытаскиваем Е косточку, Alt, P, Clear, Parent, G, посередке устанавливаем. Ну и тут тоже такая же песня. Alt, P, Clear, Parent. Угу. Так, семерка на нампаде, ну и тут тоже косточку. Alt-P, Clear, Parent, G. Так, теперь нам понадобится еще одна кость. Shift-D, R. Это будет управляшка наша тоже. И вот эти косточки, вот эти все маленькие, вяжем к ней. Ctrl-P, Keep Offset. Так, эту косточку вяжем. Давайте к этой. Ctrl-P, Keep Offset. Так, вот эту еще маленькую, вот эту, тоже к ней вяжем. Ctrl. Ну, в принципе, ее можно и не делать, эту косточку отдельно подгонять, да? Так, ну давайте привяжем, посмотрим хоть что получится. Ctrl-P, Keep Offset. Так, ну в принципе что? Вяжем теперь вот эту кость к хребту куда-нибудь. Ctrl-P, Keep Offset. Ну к той косточке, которая не будет, ну будет меньше гнуться, да? Так, теперь что еще? Ну, в принципе, все. Угу. Так, семерка на нампаде. Нам нужно выбрать, значит, часть уха вот этого. И вот эти все косточки, которые относятся к ногам, глазам, с одной стороны вот эту все. Так, делаем Shift-D. Так, можно еще как делать? Смотрите, вот если мы сейчас заходим, чтобы симметрию нажать, находим Name, After Name, Left, Rig. И смотрите, он меняет у нас наименование на левое. Теперь, если мы сделаем Shift-D и сделаем так симметрию, он автоматически у нас откинет все на другую сторону. У нас будет левая и правая сторона R и L. Ну, как-то так, да? Так, Object Mode. Тестируем наш, значит, RIG. Привязываем его к персонажу Ctrl-P. White Automatic Widget. И он показывает Bond, Hair, TTTT. Что это значит? Это значит, что у нас в Edit Mode есть какие-то проблемы, ну, близко находящиеся, значит, полигоны. Так, это значит Mesh, находим Clear.
Merge by distance. Так, 2074. Так, еще раз. Так, 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 так. Merge by distance. Все, по нолям. Сейчас, в принципе, должен привязаться. Ctrl-P. White Automatic Widget. Все, видите, да? Проблема устранена. Матюкание прошло. Так, теперь что у нас получается? Угу. Заходим в PostMod. Значит, выбираем вот эту косточку на эту. Так, вот эту косточку на эту. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Заходим в настройки и ставим влияние на две кости. Да. Так, теперь. А, пардонте, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Угу. Вот эту кость выбираем. Вот на эту. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic. На две кости. А ну-ка. Вот когда делаешь что-то переименование, вот эта вот хрень получается нехорошая. Двойные кости. Так. Сейчас все это дело повторим, не проблема. Так, а ну-ка. Ctrl-Z. Что у нас тут по наименованию? Вот пусть будет обычный. Это получается, если Shift-D делать не надо, а просто нажимаем арматура, получается ARM-DDD. Делаем симметрию, и он ее откидывает. Проверяем, есть у нас двойные кости. Нет. Ctrl-Z. А я сделал Shift-D дубликат, поэтому такая фигня получилась. Так, в Object Mode. Находим опять же нашего персонажа. Повторяем. Edit Mode. Так, английская А. Это значит Mesh. Так, где тут? Это clear my by distance. Object mode на кости. Ctrl-P. White Automatic Widget. Так, теперь выбираем только кости. Заходим в PostMod. Выбираем вот эту управляшку к этой. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Настройка кости на две кости. Так, все нормально. Ctrl-Z. Так, 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 так. Так. Угу. Если будем сейчас двигать вот эти кости. Так, так, так. Нужно их еще привязать. Сейчас разберемся. Давайте пока ноги настроим. Лапы. Так, Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic, опять же, на две кости. Теперь по ногам пройдемся. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic. Это здесь уже будет раз, два, на три кости. Так, тестим G. Все нормально, нога работает. Так, теперь эту косточку на эту. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic на... Так, на три кости. Так, теперь хвост. Самый длинный наш будет аппарат. Выбираем вторую косточку на первую. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic. Удаляем таргет и считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. На 15 костей тестим. Так, Ctrl-Z, ставим на 16 костей. Вот все извивается. Alt-G, Alt-R, Alt-S. О.
Ctrl-Z, короче, да? Ctrl-Z, значит. Так. Настройка есть. А ну-ка, тестим. Тройка на нампаде понадобится, значит, нам. Так, можно еще шипы вот подобавлять, косточки. Так, вот эту верхнюю тоже добавляем. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Таргеты долой. Раз, два. На три кости, а ну. Ну, нормально, думаю, вот это само то. Больше и не надо. Так, теперь эту сторону тоже настраиваем. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. Таргеты долой. Сейчас еще с зубами будет заморочка. Сейчас будет отпадать у персонажа зубы. Смотрите. Видите? Часть зубов не прикрепилась. Так. Печально, но это все можно будет подправить. Так, что еще можно сделать? Так, давайте на голову поставим такую же штуку. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic. Зайдем в Edit Mode. Оп, и зубы мы не найдем. Потом персонажа откинем в бок. И попробуем вот эти зубы лишние поудалять или поотделять, потом прикрепить. Так, здесь уже будет... Сколько у нас на шее костей? Раз, два, три, четыре. Так, таргеты долой. О! Будет рычать. Все будет хорошо. Ctrl-Z. Alt-Z, Alt-R, Alt-S. Так. А ну-ка. G, Alt-R, Alt-S. Все. Так, есть такое дело. Так, теперь работаем, значит, с нашими вот этими... С нашим крылом. Сейчас я все это сохраню и будем экспериментировать. Я тут таким образом хотел сделать сопло на Бэтмобиле. Сейчас. Save As. Дракон плюс. Итак, потестил я, значит, вот этот вариант. Этот вариант неживучий. Давайте зайдем в Edit Mode. Вот это все тогда Delete Bone. Вот эту кость тоже Delete Bone. Так, управляшку Delete Bone. Вот эти тоже кости пока давайте удалим. В принципе, зачем их удалять? Давайте вот эту кость еще поделим на сабдивайды. Так, получается раз, два, три, четыре. И вот эту еще кость давайте поделим. Так, а ну-ка, пардоньте. Так, вот эту косточку еще давайте одну поделим. Это будет кость у нас G маленькая. Так, маленькая. Так, вот эту косточку. Так, вот эту кость. Delete. Удалим. Это будет отдельная часть, да? Так, так, так. Так, вот эта кость. R. G. А, ну-ка, Alt-H. Так, чуть-чуть выше ее поднимем. Эти тоже поднимем. Эту тоже чуть приопустим. Так, так, так. Здесь вот эту кость еще давайте поделим. Так, это будет, значит, у нас кость поменьше. G. Так, а вот эту косточку тогда подставим вот сюда. Тогда вот эту кость, а ну-ка, G, перетянем, та пусть будет поменьше.
это пусть будет чуть-чуть на сгибе побольше. Вот так будет, да? Тут вот сгиб у нас. Потом эта кость поменьше. Да, вот таким образом. Так, теперь семерка на нампаде R. Эту кость перевернем. Привяжем эту косточку вот к этой Ctrl-P тип offset. И вот эти все кости. Так, вот эти все кости привяжем к ней. Хотя так не получается, но Ctrl-P тип offset. Тогда отойдем немножко от этого изгиба, этот подправим вот таким вот образом. Так, смотрим, чтобы все было в крыльях. Так, дадим, значит, крылу тоже изгиб, чтобы он знал, куда гнуться, да? Так, что эти кости так и остаются, все вот эти косточки. Привязанные остаются к этой кости Ctrl-P и offset. Так, эта кость G поставим над верхом ее. R. Так, где-то так. А ну-ка, так, теперь. Пальцы вяжем, ну, к этой косточке Ctrl-P и offset она привязана. Так, ну давайте тестить опять. Так, выбираем только теперь кости. Вот эти. Делаем. Что у нас тут получится? Симметрия. Так, эту кость, а ну-ка, к этой она привязана. Да, вот, отвязаны. Эта косточка к этой. Ctrl-P, тип offset. Так, заходим в Object Mode. Выбираем нашего персонажа, наши кости Ctrl-P. White Automatic Widget. Выбираем наши кости, заходим в Pose Mode. Так, отключаем таргеты. Так, теперь вот на эту косточку делаем Inverse Kinematic на 3 кости. Эта косточка на 2. На эту тоже делаем Inverse Kinematic. Таргеты удаляем, если будут у вас установлены на 3. Так, теперь вот эту косточку на эту Ctrl-Shift-C Inverse Kinematic на 1 кость. Почему разрыв идет, не пойму. А, наверное, дракон так сделан. А ну-ка, сейчас попробуем. Так, Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic, тоже это на 1 кость. Потом вот этот Inverse Kinematic на эту. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic на 1 кость. И проверяем. Так, крыло ходит. Вот кости наши прилипли к мешу, да? Надо их выше оторвать, значит. Так, вот эту косточку, наверное... А ну-ка, если ее... Не, на 3 или на 4 ставить нельзя. На 1. Так, это значит уходит. Крыло складывается, но... Вот эта кость у нас тогда не работает. Ее нужно R дорабатывать. Значит, Ctrl-Z, Ctrl-Z, так, A, Alt-G, Alt-R. Заходим в Edit Mode. Опять давайте удалим вот эти кости. Delete
Бон. Так, теперь что делаем? Теперь, значит, у нас должна получиться другая конструкция. Чтобы она получилась, давайте вот это все удалим, delete bone. Вот эти косточки тоже поудаляем. Delete bone. Эту кость и вот эту кость delete bone. Тогда, видите, здесь у нас получается вот эта кость нам пригодится в каком плане? Мы ее делаем G сюда. Тут чуть-чуть крыло не таким образом сделано. Вот эта вот полоса должна вот отсюда уходить. Это удлиненная получается, да? Тогда получается вот это сюда, это вот сюда. Ровно делаем. Так, эта кость. Она должна быть тут, по идее, сгибаться. Угу. Как-то так, да? А ну-ка, G. Так, ну теперь давайте вот так, теперь семерка, так, ну давайте так, Е. Так, это G. Alt P, Rear Parent, G. Поднимем эти кости теперь повыше. Так, теперь здесь тоже Е. G повыше. Alt P, Clear Parent. Вот в разные стороны смотрят они. Не есть good. Так, и тут тоже E. Alt P, Clear Parent, G. Выше подставляем. А теперь вот эту косточку туда. Делаем Shift D. Подставляем ее чуть-чуть повыше. Семерка на нампаде. Делаем ей. Ага, G в эту сторону. И G вот сюда. Вот таким вот образом, да? Так, выбираем вот эту кость. Вот эту кость, вот эту, и вяжем к этой. Ctrl-P. Так, а ну-ка. Ctrl-P и полсет. Так, значит, какой косяк? Большой пролет, да? Вот это все. Вот эти все кости. Вяжем вот к этой косточке. Ctrl-P, Keep Offset. Так, единица на нампаде, все это дело выбираем. Симметрия. Object Mode, выбираем нашего персонажа, выбираем наши косточки. Ctrl-P, White Automatic Widget. Теперь заходим, значит, в Pose Mode. Удаляем везде вот эти инверс кинематики. Так, теперь на это, вот эту косточку, на эту Ctrl-Shift-C инверс кинематик, на одну кость. Вот ее там все равно начинает где-то рвать. Так, теперь эту косточку на эту Ctrl-Shift-C инверс кинематик, на одну кость. И вот эту косточку на эту косточку. Ctrl-Shift-C, Inverse Kinematic на одну кость. Теперь получается, если мы будем водить вот эту штуку, у нас складывается крыло, вы видите. А вот эти косточки, а ну-ка. Это можно поправлять, а это значит, ага, отвязалось, да? Alt G, Alt R.
Так, заходим, выйдет мод. Эту косточку вяжем на эту. Ctrl-P, Keep Offset. Так, смотрим, чтобы все было привязано. Это тоже на эту. Ctrl-P привязано. Так, ну это к этой. Ctrl-P привязано. Это на три кости. Все должно гнуться, все должно изменяться. Заходим в Postmod. Смотрим. G. Крыло, значит, уводим. Сворачивается. Можем G. Видите, опускать. Контролировать, значит, вот это вращение. Alt-G, Alt-R, Alt-S. Так, теперь нужно настроить вот эти движухи. Если я начинаю G, выбираю вот это крыло, то видите, я могу им водить. Вот. Вот такая штука. Но Ctrl-Z. Смотрите, еще какой косяк. Alt-G, Alt-R. Заходим в Edit Mode. И вот эти все косточки. Так. А как же мы их привяжем? Эта кость привязана к этой кости. Ctrl-P. А, нет, не привязана. Keep Offset. Вот теперь она привязана. Теперь получается... Так, они далеко не должны теряться, да? Привязка же прошла. Так, давайте-то еще сделаем вот что. Попробуем и это крыло задействовать. А ну-ка, может интереснее будет. Е. Вытягиваем. Alt-P. Clear Parent. G. Подставляем на это крыло. И, значит, эту косточку вяжем к нашей управляшке, вот к этой. Ctrl-P, Keep Offset. Так. Тогда вот эта кость, она если будет к этой привязана, а ну-ка, должна быть привязана к этой кости. Ctrl-P, Keep Offset. Вот эта вот косточка должна, короче, все кости вот эти должны быть привязаны к одной кости. Так, тогда это все delete удаляем. Раз у нас настройка прошла, значит, что все нормально, почти работает, почти. Сейчас будем настраивать subdivide на другую сторону. Опять же делаем object mode, выбираем нашего персонажа. Видите, тут хрень какая, что рвется крыло. Это не есть хорошо. Значит, надо будет потом персонажа склеить как-то. Ctrl-P. White Automatic Widget. Выбираем только кости. Заходим в Post Mode. Так, выбираем G. О! А это крыло, вот эта часть перестает работать. Так. Тянет эту фигню. Ctrl-Z. Ctrl-Z. А. Alt-G, Alt-R. Единица на нампаде. Зайдем давайте в Edit Mode. Тогда это дело вот это не катит. Это значит delete bone. И тогда вот эти кости возвращаем назад, да? Так, вот эту к этой. Ctrl-P, Keep Offset. Чуть-чуть не так сделано вот крыло. Ну как, оно правильное, но слишком большой размах. Вот эти вот части должны быть как бы подальше, наверное. Так, Object Mode. Все это дело перевязываем. Ctrl-P, White Automatic Widget. Выбираем кости, заходим в Post Mode. Проверяем. G. Вот чуть-чуть там крылья разъединяются. Так, это крыло теперь G.
Вот они все складываются. Но теперь нужно, смотрите, R. Мы их ложим, допустим, вот сюда. Это крыло мы... Так, пардонте, вот эта косточка выкручивается вот так. Тогда эти крылья G мы можем опускать куда нам угодно. Так, есть такое дело, да? В принципе, риг живучий. Эту косточку, тут вот управляшки теперь нет. Нужно костями вот этими управляться отдельно. Делаем R, R, сворачиваем, допустим, пальцы. Так, этот палец, допустим, тоже на раскид. Так, это значит, закругляем, значит, наши пальцы в когтях. Если мы теперь, ну тут видите, чуть кривовато, нужно это все дело потом подгадать, выровнять, записать, значит, сгибы вот этих кистей, и будет все нормально. Так. Угу. Теперь можем вот эту косточку еще больше, значит, перекрутить, сделать вот так вот R. И тогда какая у нас управляет, а ну-ка, опуски, видите, делает и это, и это. Так, здесь вот чуть-чуть с пальцем косяка порол, сильно загнул. Во, и подправить. Так, когда вот эта кость, значит, G, ложим крыло на землю, здесь идет у него изгиб. Тут придется вот этой косточкой отдельно управлять, значит. Давать ей там какой-то поворот. Ну, как-то так, наверное. Можно даже больше ее припустить. Ну, в зависимости, как она смотреться должна быть. Но тут, видите, вот в чем еще косяк. Вот разрывы на меше. Так, мне вот эта штука, видите, не нравится. Все работает хорошо, все. Только что зубы отлетают. Ну, а так, персонаж шикарный. Так, теперь пробуем здесь, значит, это дело также повторить. Так, вот он, допустим, единица на нампаде G ставит, значит, лапу R. Здесь не проблема, идет управляшка. Она ложит крыло, уводит ее там дальше, ближе. Это значит, уже можно использовать вот эту косточку, подправлять. Так, вот эту, наверное. Так, R еще больше, тогда G это поближе. Это лежит, это значит кость G приподнимается кверху, а вот это тогда кость будет ей контролироваться. Вот раз, будет уводить вниз. И за счет этого будет создаваться вот этот угол. Вот. С плечом, который связан. Но можно еще, если что-то пошло не так, значит, угол загнуть сам, ну, само плечо вот это. А здесь тогда уже подрегулировать. Так, тогда вот этот G ложим на землю. А эту тогда подкручиваем отдельно, потому что до нее уже не достает эта штукенция. Так, а ну-ка, G. Ну вот, угол создаем, тут еще подкручиваем, пальцы подгибаем. И вот такой у нас получается, значит, красавчик. Здесь, значит, еще затазовую кость. Так. Косяк найден. Заходим в Edit Mode. И вот эту косточку вяжем еще на хвост. А, пардонте, хвост вяжем на
тазовую кость. Вот эту. Ctrl-P, Keep-All-Set. Так, возвращаемся в PostMod. Так, теперь тазовую опускаем, значит, G. Вот, можно его тут вперед-назад вытягивать, значит, перекручивать опять же кисти. Что у нас получается? Можем действовать головой, вот, там, извиваться, чтобы он извивался, да? Также можем двигать косточкой хвоста вперед-назад, вот все тут кружится, да? Смотрим, как все это дело выглядит. Так, вот здесь с этой стороны прям шикарно легло крыло вот это. Так, с этой стороны чуть надутое, но это не проблема. Значит, R. Так, и G можно отвести в бок. Или натяжечку дать. Но опять же, уровень пола не теряем. Так, почему-то, а ну-ка, эта кость семерка на нампаде. Вот так выглядит. Значит, ее тоже можно подкрутить, подтянуть. В принципе, сдублировать можно, да? Так, и что у нас получается? Открывается пасть, поднимается G, голова или уходит вниз. Так, тут еще какая штука? Хребет можно настроить. Ctrl-Z. Вот эта кость уже, видите, если она будет крутить ее, тут чуть-чуть уже будет нехорошо. Так, теперь ноги. Смотрим, ноги как работают. G. На вытяжку можно их там как-то ставить. Эта лапа может стоять поближе теперь. G. Так. Управляшку чуть в бок. Смотрим. Ну шикарно, а что, можно делать анимашки. Все прикольно. А ну-ка в текстуре, как он будет выглядеть. Ну хорошо. Единственное, что вот зубы у него отпадают. Надо этим делом подзаняться будет. Так. Ну давайте пропишем А. Так, А, И, Локрот. Так, G на первый кадр. Так, смотрим теперь, как заменить эти кости, чтобы было все нормально, да? Какими будем пользоваться, какими нет. Значит, это будут у нас стрелки. N. Так, Rig to. Допустим, будет стрелка. Так, вот так сделаем еще. Alt-G, Alt-R, Alt-S. И Lock-Rot. Так, выбираем, если... Так, а вот это что? Alt-G, Alt-R. А это Alt-G, Alt-R. Ну, вроде все нормально стало, да? Так, значит что? Управляшки у нас будут... Вот эти все управляшки у нас будут кубы, чтобы мы не терялись. Так. Так, если эти будут кубы, то вот эти можно заменить, допустим, на поле. О, так будет понятнее, допустим. Ну, опять же, выбираем Bone группы. Это будет, пускай красная.
Так, кубы. Кубы пускай у нас будут синие. Так, теперь по стрелкам. Это будет, так, стрелка одна. Так, это двойная не надо. Стрелка 2. Тоже двойная. Стрелка просто. Нормально. Так, мы ее уменьшаем. Так, куда-нибудь ее увести. Ага, вот сюда. И сделать ей какой-нибудь поворот. Значит, так, а ну-ка. Так, это не есть хорошо, да? Во, ну так будет получше и чуть-чуть ее подкорректировать. Тогда выбираем вот эту стрелку тоже и одинаково их ставим. Даем им свет какой-нибудь. Это пусть будет у себя управляшка, ну пускай зеленая, да? Так, теперь инверс кинематиками мы пользоваться не будем. Но лучше их заменить на финджеры. Поставим по нолям повороты. Так. И чтобы они стояли именно на своих местах. Так, финджеры это будет, пускай, ну раз были желтые, пусть будут желтые. Так, теперь что у нас? Вот эти все, которые косточки повторяют движение стрелок, вот этих, ну, управляшки, пусть будут у нас полями. Так. Как-то так. Поля у нас будут, пускай будут красные. Так, а вот эти вот косточки, вот эти, которыми в принципе мы не будем управлять, да? О, это исчезло. Ничего, сейчас все это дело найдем. Так, вот эти косточки, ну пусть тоже будут финджеры, да? Тоже пусть будут финджеры, только теперь синие пускай будут. Ну вот, чтобы мы не путались. Так, а здесь кто? Так, куда назначилась вот эта косточка? Так, куда-то пропала. Так, а ну-ка. Так, поле, поле, поле. Так, ну не суть вопроса. Куда-то она, может, и не было. Я проглядел. Так, ладно. Ну, пальцы оставим так же точно, да? Чтобы, ну, видеть, как они будут гнуться. По ногам тоже давайте все вот это вот выберем. Назначим финджеры. Назначим, ну, какой-нибудь, ну, пусть будет зеленый цвет. Так, вот теперь хребет. Полностью убираем хребет, вот эти все кости. Это будут у нас циркулы. Делаем их чуть-чуть поменьше, чтобы они глаз не мозолили, да? Вот им назначим желтый цвет. Так, управляшки у нас по прошлым роликам это обязательно будут кубы. Это обязательно будет красный цвет. Так, ну вот эти пока я не знаю на что заменить. Пускай будет тоже поле.
Так, если это будет поле, то пусть будет поле зеленым. Так, теперь что у нас получается? Вот эти крылья. Они тоже будут рабочие, значит, пускай будут. Так, полями это слишком, да? Ну давайте лучше, чтобы не теряться, пусть все будет финджеры. Так, чуть-чуть уменьшаем. И назначаем этим финджером какой-нибудь цвет другой, да? Так, ну тут тоже по пасти, по голове. Все управляшки, опять же, у нас кубы. Так, и давайте выше ее поднимем. Кубы у нас будут красные. Так, вот тоже управляшки, это тоже кубы, только поменьше, тоже красные. Но лучше пускай будут вот эти желтые, да? Так, вот эти кости, которые не будут работать, можно их сделать... О, где-то тоже не сдублировались. Или, а ну-ка. Да, вот видите, я не додублировал кости. Косяки мои, конечно. Сейчас добавим их. Так, теперь что у нас получается? Это будет у нас... Да пусть будет тоже финджеры, чтобы уже не заморачиваться. Так, чуть-чуть их побольше. Так, зеленым цветом. Ну, а здесь можно сферу поставить. Вот это нерабочая будет. Ее можно вообще на сферу поставить. Так, это бампер сфера. Тоже пусть будет зеленая. А вот этой будем управлять. Можно ей поставить вот как раз что тут, площадку, да? Так, и делаем ей 90. 90. 0. По Z 90. То, что ты такая проблемная. Ага. Ctrl Z. Ладно, площадка отпадает. А ну-ка, око. Око не подходит. Это диск на машину. О, бампер. Давайте бампер поставим. Ноль. И делаем, уменьшаем его. Ну что, неплохо так будет смотреться, да? Назначаем фиолетовый, как вы тут пойдете. Так, ну вот уже есть рик, значит, нашего персонажа. Так, вот эти боковые, это пусть будут сферы. Сферам делаем побольше. Пусть будут синие. Так, что еще? Так. Теперь зайдем в Edit Mode. И те кости, которые, видите, я не докопировал. Вот эти удаляем, значит, этот Delete. А вот эти выбираем. Делаем симметрию. Что еще тут не докопировалось, да? Так, вот эти две кости, да? Ну, вот эту кость, ну, в принципе, работает, не столь она важна, но надо добавить. Добавим симметрия.
Опа, не хочет. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, а что ж такое, да? Ну, просто давайте вытащим оттуда Е косточку. Так, G, подгадаем ее. Ну и все, на этом тогда оставим. Так, заходим в Object Mode. Надо все это дело обязательно перевязать. Ctrl-P. White Automatic Widget. О, привязалась. Так, ну заходим теперь в Post Mode. И заменяем вот эту штуку на Finger. Уменьшаем ее в размере. Невидимая какая-то кость с этой стороны. Так, а ну-ка. Так, это пусть будет тоже синий. Ну, в принципе, что? Риск у нас назначен. Косточки управляшки. Так, вот эти синие пусть будут лучше желтые, потому что их не видно нифига. Так, а вот эти, ну ладно, желтые пусть будут желтые. Главное, чтобы кубы были видны, когда вы будете их выбирать. Видите, он большой. Так, вот тут можно, видите. Полет даже делать. Так, ну вот такая штукенция. Так, смотрим, как он теперь будет с костями в этом виде. Во. Этот файл будет для скачивания, значит, в группе ВК, ссылка будет в описании. Все, всем пока, до свидания.